Все созданное этим гениальным мастером можно причислить к шедеврам балетного искусства. Настолько поражает острая мысль, смелость решений, безграничная изобретательность пластики. В жанре миниатюры ему не было равных. Классика существует много веков. Пластика. Как не понять, что искусство хореографии и искусство пластики, в частности, близкое скульптуре и хореографии, может быть единым целым. Скульптура запечатлевает мгновение, хореография тысячи мгновений. Я его начал фотографировать с 70-го года, как только поступил в театр хореографической миниатюры. Из отснятого материала мне захотелось в одном кадре создать мини-спектакль, в котором можно было бы одновременно увидеть сюжетную линию, увидеть характер персонажа, увидеть достоинство исполнителя, время, когда это было снято. Из этих отдельных кадров, снятых в разное время, Владимир Зинзинов и создал свой фототеатр. Эти любительские, часто неподготовленные, неподсвеченные съемки зафиксировали гениального балетмейстера в процессе работы, в те моменты, когда он находился на сцене, репетировал, размышлял. Увидев его потрясающее лицо, увидев то, что он делает, как он сочиняет хореографию и результат, как он сочинял скульптуру Родена. Ему доставляло удовольствие импровизировать каждый раз по-новому. Свадебный кортеж ставился очень легко, быстро, с шутками, прибаутками. Я участник постановки. На меня ставили конкретного персонажа. Вот он здесь внизу. Это Ребе, еврейский священник. Якобсон обожал Шагала, и свадебный кортеж был его любимым детищем. И это глубокое понимание художника мы видим в пластике балетмейстера. Как он близок к полетности изображения шагаловских картин. Эти летающие невесты, этот гротеск, очень трогательный, щемящий, с любовью в сердце и с болью, раной в душе. А вот дальнейшая его судьба была очень трагическая. После одного просмотра, второго просмотра, третьего, перед самой премьерой, он был не рекомендован к показу. Премьера состоялась уже далеко после кончины Леонида Леонидовича. Аскольду Макарову удалось где-то перед Олимпиадой 80 все-таки получить разрешение на показ этого спектакля. И вот с тех пор он в нашем театре и существует. Да. В биографии великого хореографа был невероятный и мало кому известный факт. Он был участником одной из самых удивительных историй 20 века. В это трудно поверить, но это чистая правда. С 1918 по 20 год по воле обстоятельств Якобсон совершил кругосветное путешествие. Американский Красный Крест, который с 18 по 22 год из Петрограда вывозил колонию детей. Их было около 1000. 4 эшелона вывозилось на Урал, чтобы дети подкормились. Началась гражданская война, дети оказались между двух, что называется, двух сторон. Среди этих полуголодных детей был и Леонид Якобсон с двумя младшими братьями. Семья была бедная, у него еще две сестренки были, и поэтому мама, чтобы детей прокормить, отправила в эту колонию. Увезли их во Владивосток, там они жили на острове Русском, после чего их погрузили
японская зафрахтованная баржу угольную и перевезли в Америку. Из Америки они через Панамский канал переплыли в Европу, во Францию, из Франции в Финляндию, а значит, в Хельсинки. Там, значит, американский Красный Крест выяснял в Петрограде, чьи родители детей остались в живых здесь и готовы принять их обратно. В 1974 году в Ленинград приехал один из участников Красного Креста Пол Бартер, и Якобсон пригласил его и наших российских бывших колонистов на свой спектакль. А так как все билеты были проданы, вот он вышел на авансцену, на рампу, и вежливо попросил. Он говорит, что к нам приехали гости, и вот такие-то, такие-то мы просим. Освободите, пожалуйста, первые два ряда. Мы специально в любое время для вас, когда вам будет угодно, вы увидите эту программу. Так оно и произошло. Когда Леонид Якобсон вернулся в Петроград, ему исполнилось 16 лет. И как старший мужчина в семье, он пошел работать разносчиком заказов в Елисеевском магазине. И как-то пробегая с заказом по улице Некрасова, он увидел в окне на первом этаже девочек, которые занимались танцами. Где была студия Чикрыгина, балетная студия, частная, педагога из хореографического училища на Зодчего Роси. Чикрыгин заметил, что он способный, у него потрясающая фантазия, координация, энергетика, и он через год рекомендовал на Зодчего Роси в училище, где он был принят, поскольку он уже переросток, на вечерние курсы. Какая редкая фотография 1968 года, когда Баланчин приезжал со своей труппой в Ленинград. Две величайшие фигуры 20 века, которые родились в Петербурге почти одновременно. Леонид Якобсон всего на две недели старше Жоржа Баланчина. Когда Баланчин оканчивал Петроградское хореографическое училище, ныне Академию Вагановой, Якобсон только поступил на вечерние балетные курсы. Удивительно, но ведь на выпуске Татьяна Вячеслава танцевала с Якобсоном вальс. Он обожал женскую половину человечества, поэтому он фактически стал хореографом. Если бы он не обожал женщин, он бы не занимался хореографией. Мне повезло, что я станцевала его в спектакле «Спартак». Я танцевала и Фригию, и танцевала и Гину. Он же был мастером лепить, мастером выразительной лепки хореографии. Еще одна встреча Валентины Ганнибаловой с Якобсоном была в 1975 году на съемках советско-американского фильма «Синяя птица». Это был действительно по-настоящему художник. Его хореография – это текст, это слова, это слово. Ты читаешь слово, ты читаешь текст. То, чего сегодня очень редкое явление. Как у него фонтанировали хореографические образы, так у него фонтанировали комплименты. Поэтому балерины, которые с ним работают, которых он сочиняет в процессе хореографического реализации, они становились его музами. У Якобсона было свое видение артиста. Он умел вытащить из человека то, что другие могли и не увидеть. Ведь скольких танцовщиков он раскрыл, вселил им веру в себя. У него еще был такой талант показывать. Минотавр и нимфа, да, например, он начинал. Ну, так вообще шок, что невозможно было не ухватиться за это и не вытащить его, то, как он показывал. И стараться быть похожим на него и как-то не повторить хотя бы близко к тому, что он себе видел там где-то в глубине своих глаз и своей души. Это было не так-то просто. Народной артистке из известного во всем мире Кировского театра перейти в Ленконцерт в труппу Якобсона. Но она пришла за репертуаром и этим продлила свою творческую жизнь. У
она стала лучшей в миниатюре «Минотавра и нимфа» вместе с Джоном Марковским. Она стала первым номером в «Полете Тальони», это классицизм и романтизм. И Капсон собирался ставить на нее вальсы Равеля, но, к сожалению, не успел. У него была даже такая задумка, когда 12 мужчин носят одну женщину, как продолжение идеи «Полета Тальони», где балерина не касается пола, она все время летает в облаках, будто в мечтах романтического юноши. Замечательный портрет, замечательный. Как вы ухватили вот это состояние. То вот такой он приходил на репетицию, вот такой вот он был. Видите, мне кажется, что даже здесь, на этой фотографии, вот она мне, у меня мурашки. Он стоит, вот так вот думает, знаете, наверное, все думают, что гениальный балетмейстер, ему все так легко давалось. Видите, сколько там мыслей в голове в этой. И сколько в глазах какого-то сомнения. В общем, мне этот портрет очень дорог. Сколько раз я проклинал себя, что я в этом виде искусства. И не потому только, что оно живет мгновение. Можно здесь себя чувствовать художником настоящим. Но как можно рассказать великом таланте, который был у Капсона. Вот я сейчас вам говорю, а у меня слезы в голосе, потому что это было редкое дарование. Не знаю, повторится ли оно когда-нибудь еще в этом столетии.